Это электрический бетонолом ГСХ-27 VLC Professional. Он оптимально подходит для самых сложных работ в бетоне, камне или асфальте. ГСХ-27 VLC Professional – самый мощный в мире электрический бетонолом с энергией единичного удара 62 джоуля. Средняя производительность выемки при его использовании составляет 3,2 тонны в час. Надежная конструкция с использованием высококачественных алюминиевых и стальных компонентов гарантирует долгий срок службы, низкий центр тяжести инструмента, а также эргономичные рукоятки с мягкой накладкой делают обращение с этим инструментом оптимальным. Благодаря гасящему вибрации ударному механизму и раздельным рукояткам, даже в самых сложных условиях бетонолом обеспечит очень низкий уровень вибрации – всего 8 метров на секунду в квадрате, что на более чем 50% ниже в сравнении с предыдущей моделью. Таким образом, допустимое время работы с ним составляет более 3 часов в день. Убедитесь сами в преимуществах самого мощного в мире электрического бетонолома ГСХ-27 VLC Professional.